Ну вообще расскажи, как ты докатился до жизни такой? Такой жизни? Да, слушай. Дочка была маленькая, переживала, чтобы не поела больно. Пахло вкусные конфетки. Ну вообще сектором довольны? Сектором, да. Логистика сектора. Ну логистика сложная здесь, да. Логистика сложная, много кустов. Зацепы. Зацепы, с каждой рыбой война. Левый рукой. То есть если смотришь по этому дереву, место хорошее, но ветер здесь покой не дает. Сейчас пройдешь дальше, по ветру поймешь ситуацию. Сейчас постоял, поснимал, там за стеной стоят ребята и площадка песочная. И ну уже там кустов много тоже, правда. Подожди, так у них ветер сильнее, чем у вас? Или... Нет, вообще. Вообще ноль. У них стол стоит на улице. Вот так вот со всей мелочевкой вот это вот все, на улице открыто. Ну это не претензия, да? Все хорошо. Нет, все нормально, хорошие. Рыги хорошие, логистика тяжелая. А по рыбе, я думаю, сейчас не метров. Ну посмотрим. Вчера было сколько? 11 команд с рыбой на вечернее. Да. Я думаю, что сейчас уже сегодня еще кто-то. Хотя бы 17-18 должно быть рыбы. А к вечеру все размочатся рыбу. Ну, как говорится, я так думаю. Я, наверное, выгляжу хорошо, да? А? Я, наверное, выгляжу хорошо. Да замечательно выглядит. Вообще, как дугман, блин. Вот так. Ну что вам еще показать и рассказать? На галиль вы идете? Да, на галиль мы идем. Идем обязательно. Ну, я хотя бы чуть-чуть предварительной разметки бы на галиль узнать. Ну ты же видишь, как получилось сейчас. Да? То, что сделали в пятницу, полностью переделали в субботу. Проблема, если на галиле будет столько раз секторов, я так подумал, что если вода поднимется здесь чуть-чуть, это все, этих всех секторов не будет. То есть здесь команда, ты поймешь сейчас, пойдешь дальше, увидишь. Раз, два, три, там увидишь три сектора, там четыре можно туда поставить. То есть между еной сейчас там и друзы стоят, там еще просто рыбаки стоят. Можно еще команду поставить. Куда вообще упадет? Она не упадет, она поднимет. Но она пока падает. Пока вот... только продают. Ну смотри, вчера сказали, что несмотря на дожди, как бы упала еще на сантиметр. Вода упала, потому что качают постоянно. Продали что? Продали нашу воду. Смотри, она опять же, видишь, получается, как для нас, оно и плюс, и минус. Потому что ну, вода, воду отдают плохо. А с другой стороны, воду отдают больше сектов. Ну и плотность рыбы, соответственно, да? Докидывать куда надо сможем. Если здесь сейчас взять чуть-чуть левее этот берег, наш любимый, как он всегда был, великолепный берег, когда... Там еще вода очень высоко. Высоко, ну да, если упадет. Если упадет, ну я думаю, не раньше, чем следующий год. А они будут поддерживать уровень, они будут сейчас. Я не думаю, если зима будет нормальная, они будут поддерживать уровень. Вот такой примерно будет. И такой, я думаю, выиграть. Ладно, ребята, хвостами чешуи. О, черт, с нас поговорить, ты знаешь, на камеру мы такие вещи пьем. Не, я смотрю, я думал изначально делать эфир, но при таком ветре как бы это очень сложно. Не слышно. Вот у них сделай эфир. Сейчас поймешь, что у них можно еще. У них можно все сделать. Все можно? Записываешь? Да, сейчас видео идет. Но это не эфир, это потом пойдет. А, потом вырежешь? Потом зап... Не, ну я, может, и не вырежу. А, тогда не скажу.